Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Лия Ахеджакова ведет активный образ жизни и вовсю снимается в отечественном кино. Несмотря на насыщенный график и полную загруженность, артистка находит время, чтобы подумать о смерти и ее последствиях. Неужели народная артистка собралась умирать? 82-летняя звезда всю свою сознательную жизнь посвятила карьере и творческому развитию. Лия Ахеджакова дважды была замужем, но так и не смогла родить наследников. В одном из интервью она призналась, что ни о чем не жалеет. Однако актрису периодически посещают странные мысли. То ли это бушующая пандемия коронавируса вдохновила Ахеджакову поразмышлять на непривычные темы, то ли прожитые годы дают о себе знать. Возраст – это такая жуткая сволочь. Незаметно подбирается. Я так и не узнала, в чем смысл жизни. Еще не знаю, что такое смерть, но скоро узнаю. Все время думаю об этом, заявила Лия Меджидовна. Звезда киноленты «Служебный роман» всегда думает о будущем. Советская актриса предпочитает не вспоминать об ушедшем времени, а смотреть только вперед и наслаждаться моментом. Стоит отметить, что коронавирус лишил работы не только музыкантов, но и артистов театров. Несколько месяцев подряд Лия Ахеджакова сидит без дела. По словам актрисы, самоизоляция стала для ее настоящим испытанием. Ведь она не привыкла просить о помощи своих родственников. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!